Механизмы расселения аварийного жилищного фонда должны начать действовать на постоянной основе с 2019 года. Об этом заявил сегодня Владимир Путин, проводя в Москве совместное заседание Госсовета и комиссии при президенте. В его работе принял участие временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Андрей Никитин. Главными темами обсуждения стали предоставление государственных услуг через МФЦ и расселение граждан из ветхого жилья. Президент назвал успешным проект создания сети многофункциональных центров, упомянув, что недавно познакомился с работой МФЦ в Великом Новгороде. Это произошло 18 апреля в ходе рабочей поездки Владимира Путина. Глава государства отметил, что нельзя останавливаться на достигнутом. Принципиальная задача – создать условия, чтобы граждане могли обратиться в любой многофункциональный центр, независимо от места своего проживания и регистрации. Говоря о расселении из аварийных домов, Владимир Путин подчеркнул, что важны не только сроки, но и качество жилья. Действие программы приобретает постоянный характер. Президент поручил федеральному правительству совместно с регионами выработать постоянные механизмы для расселения аварийного жилищного фонда и запустить их с 1 января 2019 года. На переходный период предложено продлить работу фонда ЖКХ.